Русские, буряты, татары, эвенки и десятки других представителей различных национальностей проживают в Бурятии. У каждой свой обычай, традиции, культура. Но объединяет нас то, что все мы часть большой страны. В День России на почте Советов прошел грандиозный концерт. День России объединяет людей нашей многонациональной, многомиллионной страны высоким чувством безграничной любви к своей родине. Высоким чувством принадлежности к великой державе. Каждый год ко Дню России организаторы готовят для зрителей яркую праздничную программу, не похожую на предыдущую. Однако неизменной остается одна процедура, которая тянется уже многие годы. Сегодня мы вручаем главный документ нашей страны – паспорта Российской Федерации нашим юным гражданам, которые, несмотря на свой возраст, уже создали опору для будущих побед нашей страны. Такой чести получению первого паспорта на главной сцене удостоились школьники, которые отличились в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе. Я очень сильно волнуюсь. У меня незабываемое ощущение счастья того, то, что меня все-таки удостоили среди многих-многих школьников нашей республики. Для сотен зрителей на сцене выступили известные в Бурятии артисты Чингис Роднаев, Елена Шашина, Евгения Рейзвих. Специальным гостем стал участник СВО Андрей Косаченко. Он исполнил песню «Живи, Россия моя». Никогда не погаснет пламя священного огня. Следующий большой концерт на площади Советов пройдет уже 17 июня. В субботу улан-удэнцы отметят День города. Андрей Слепнев, Руслан Хороших. Новости дня.